Всем привет, дорогие друзья, с вами Фландри, и сегодня продолжаю проходить Resident Evil 4. Погнали. У нас тут уже темно, как никогда. И нам вот сюда, да, вроде? Так, карта. Да, нам вот сюда нужно. Пункт назначения. Все правильно. Поехали. Дождь, кстати, такой неприятный идет. Ну ладно. Так, по патронам у нас чего? Вот я, наверное, тебя экипирую сейчас. Во. Хорош. Так, вот с этого пока постреляем. Давай-ка. Есть курить! Паразит, да? Паразит, все, я понял. Так, вот мне их говорили флешкой. Флешкой говорили мне их. Так, теперь вот так вот. Да что ж ты делаешь, ёпперный театр. Обратно, я сказал. Я понял, спокойно. Так, вот пистолетных патрон у нас не ахти. Так, давай-ка мы лучше вот так сделаем. Ё-моё, сколько ж тебя патрон-то надо? Есть курить. Вот нафиг, уже клешня выросла. Наконец-то. Хотя бы патроны для ружья дали, слушайте. Уже хорошо. Так. Хорошо. Так, давайте тогда по максимуму зарядимся. Здесь тоже можно по максимуму. Все, да? И пошли. Нет, вот этого надо. Так, значит, тут плотина какая-то. Раз, два. Главное смотреть под ноги. Ну тут прям так зловеще, зловеще. О-о-о. Ё-моё. Так, вот здесь сейчас что-то будет. Вангую, смотри. Сейчас работают скрипты. Почему игра такая? Такая какая-то это. Очень громкая игра. Почему-то. Давайте вот так уменьшим. Вот. Так, все, слышу, слышу, слышу. Где? Откуда? А! Вот там. До свидания. Еще кто-то есть здесь, нет? Есть, 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 естественно, есть. Слышу, слышу, кто-то там есть. Так, а вот сюда. Не пройти, да? Ну ладно. Погнали тогда наверх. Хорош. Опа, патрончики. Опа, бочка. Еще патрончики.
Так, я вижу ящик какой-то. Опа. И зачем я это сделал? Хрен его знает. Так, давайте-ка спрыгнем и пройдем дальше. А, я это, видимо, не просто так сделаю сейчас. Я могу по ним прыгать. Раз. Два. Так, здесь еще... Опаньки, подожди-ка. Здесь еще можно ящик сбить. Ну-ка. Я вижу шпинель. Или что это такое? Янтарное кольцо. А в него вставить что-то можно? Исследовать. Оно хрен себе какую-то, здесь что-нибудь можно. А объединить ни с чем нельзя? А, да у меня не с чем. Ну ладно. Хорошо. Так, здесь мы были. Я вот только не понимаю, нам куда? Нам... А нам куда-то вообще назад надо было. Чё-то мне кажется, зря мы сюда пошли, значит. Поток слишком сильный. Кажется, на другой стороне есть дорога. Хорошо. Так, здесь, значит, смысла нету. Здесь чего? А, здесь чисто почка. С травой. С травой же, да. С травой. Хорошо. А в чем прикол? Подожди. Мне куда? Мне куда-то назад показывает пункт. А, подожди-ка. То есть мы сюда сейчас не пройдем, да? По всей видимости, да. Так, а что по патронам у меня? Ну-ка, прыгни. Раз. Два. Три. То есть сюда мы сейчас никак не пройдем. Подожди-ка, вот сюда пройдем. Точно пройдем. Писеты получим. Хорошо. А наверх зачем тогда? Это еще один вопрос. А, здесь можно что-то перекрыть. Задействовать. Да. И... А, нормально, то есть все. В тоннель в какой-то пошло, да? Нормально, понял. Так, врагов пока нет, да? Пока. Ключевое слово. Ну, вот, пожалуйста. Пожалуйста. Так, пацаны. Держи. Пацаны, пожалуйста. Спокойно. Кто там еще? До свидания. Нет, братан. Подожди, братан, не надо. Так, не надо. Вот как знал, что здесь враги сейчас появятся. Так, патрон для ружья. Для ружья. Для ружья. Для пистолета. Вот, пожалуйста. Тут вообще пистолет надо продать к чертовой бабушке. Так, теперь у нас место изменилось, правильно?
А, нет, все правильно, мы идем правильно. Хорошо. Так. Это чего? Просто какой-то ход. Есть курить. Ага. Дверка. Проверить. Взять круглый амулет. Да. Круглый амулет в вашем дипломате. Я нашел предмет, который напоминает символ религиозной группы. Отлично, Леон. Возвращайтесь к церкви. Безопасность шли для нас прежде всего. Пошли, что ли? А, здесь сразу этот. Выход. Удобно так. Есть курить. Тихо. Спокойно, мыши. Вот для ружья прям патрон 12 штук дали. Застрелиться можно. Зайти. Он сам, если что, едет. Ага, и где мы по карте? А, чего? Сейчас, извиняюсь, чего? Нормально так. Ну, то есть почти здесь. Хорошо. Рыба. Так, хорошо. Давай тогда сейчас заодно продадим все, что нам не надо. Здорово. Много-то хорошего. Так, продать. Тогда уж. Пистолет. Вот этот. Продать. Хорошо. Продать. Продал. Купить. Кажется, короче, не нужно. Пистолет не нужно. Ружье продано. Винтовка пока не надо. Ракетница, оптический приклад, та-та-та. Лучше тогда давай каратель. Огневая мощь. А, подожди. Здесь нельзя улучшать, серьезно? Ну давай, ладно, тебя куплю. Так, емкость обоймы, давай. Давай тогда ружье. Мощность. А, денег нет, серьезно. Так, ну ТМП, что там? Вот, скорость перезарядки, давай. Хорошо. А в чем прикол тогда был того, что пистолет можно купить? Ну ладно. Поиграем пока с этим. Так, теперь сохраняемся. Сохраняемся. Так, ну пошли. Чё нам? Так, вот сейчас что-то начнется, смотри. Потому что здесь уже трава началась, да-да-да. Сейчас что-то начнется, спокойно. А, объединить? Конечно же! Есть курить! Ни хрена себе! Есть курить! Вот это, мать его, Халк! На нафиг! На, все в жопу! Жопу просто. Леон, нет! Так, спокойно, Леон. Спокойно, Леон. Во-первых, здесь есть ТМП. Во-вторых, здесь есть трава. Так, нет, братан, не надо.
Нет, братан, только не это. Он просто сломал эту избушку. Все, жопа. Он просто сломал. Ну давай. Так, спокойно. Объединить. Нет, не то. А, подожди. Вот с этим. Хорошо. Есть, нахрен! Так, братан, не надо. Тихо! Не надо, братан! Жопа. Так, используй. Я хочу добежать вот сюда, чтобы взять сейчас патроны. А теперь спокойно. Хилки у нас есть еще. Да как? Нет, братан, подожди, подожди, братан. Давай не будем. Да ёперный ты театр. О, волки мои. Эй, что это за собака? Нет, братан. Спокойно. Жопа, да? А, он за ней гоняется, типа. Спокойно. Так, я понял, собакин. Так, все, жопа. Использовать. Хилок больше нету, считай. Тихо. Хилок, считай, больше нету. Братан, давай ты за собакой будешь ходить. Смотри, за собакой, окей? Так, а вот так не надо делать, братан. Быстрее, дебила, кусок! Так, что по патронам? Еще есть, достаточно. Все, жопа. Он опять взял это говно. На, все! Ё-моё. Теперь, то есть, это говно отстреливать, да? А, или нет? На, нафиг! Все, жопа. Уходим. Мы уходим. Спокойно. Отвлекай. Хорошо. Нет! Спокойно! Не надо. Так не надо делать. Братан, не надо. Так, спокойно, надо как-то его завалить. Этого дебила. Давай, на собаку, на собаку. Нафиг эта собака нужна, если она не отвлекает ни хрена его. Он что, серьезно так и будет ходить? Братан! Заколебал. Давай с дебаша по нему постреляю. Чисто, знаешь, сейчас дробаша заряжу. Все, жопа! На, нафиг! Жопа! Все, жопа! Надо бежать! Нахрен мне эта собака! Ботан! О, все, опять, да? Я понял. Не надо. Вот так не надо.
Давай, 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 давай. Ну отвлекай его, что ли, ёперный театр. Ё-моё, он что, завис, что ли? Братан, заколебал. Как мне найти такой угол, чтобы он... Смотри. Спокойно. Так, давай-ка это. Лучше я вот это израсходую. Тихо. Ага, понял. Братан, не надо. Лучше я уж отстреливать буду, чем здоровье сейчас свое тратить. Так, надо как-то... Побежал, да? Нет? Перезаряжай! Кидай! Молодца! Нет! Патрон нет, да? Все, жопа. Жопа, патроны кончились. Давай, хорошо. Ну! Давай не будем, а, братан? Давай не будем, хорошо? Нет, все нормально. Он на собаку загрелся пока. На нахрен! Сколько в него стрелять-то уже можно? Тихо. Так, братан, не надо. Братан, ты понимаешь, ты слишком долго это все делаешь. Почему ты не вздыхаешь? Давайте поводим его, я не знаю. Вот очень плохо, что ограничено про трассу, а прям такой, он здоровый, для него тут вообще места мало. Прям вот вообще мало. Он просто спокойно вот доходит здесь до меня и все. Ага, спокойно. Тихо. Нет! Спокойно! Братан, не надо! Так, что по патронам? Жопа. Остался еще один патрон на дробаш. Надо как-то в него стрельнуть, развернуться. Отходим! Жопа, да? Все. Нет! Сколько у тебя уже здоровья, бляха-муха! Че, реально все, три патрона осталось. Если он с трех патронов не падает, то жопа. А, на ТМП еще немножко есть. Так, давай-ка на ТМП возьмем. Ага. Так, спокойно, дробаш. На нахрен! Хедшот!
Все! Наконец-то! Еще два патрона аж осталось. Фух! И открылось все сразу. Ну, как обычно. Так, что с него упало-то? 15 тысяч 50. Так. Зарядили. Зарядили. Пистолет зарядили? Зарядили. Ну и пошлите, ладно уж. А там чего? Ну-кась. Вот здесь что-то интересное еще. Правильно, здесь у нас бочка. Без всего. А здесь чего? Ну-ка. А, ну нам, в принципе, сюда и надо. А там что за проход тогда? Нет, подожди, это тот проход вообще? Опа! До свидания. Ну, спасибо. Так, где там? Патрон нет, все, ни хилок, ни патроны, там еще идут. Офигенно. Ни хилок, ни патрон. Кто там? Давай. Вот хотя бы на пистолет еще есть. Бежит, бежит, ты посмотри, а? До свидания. Наконец-то, а? Все, да? Здесь что-нибудь есть? Правильно, зачем здесь что-то класть? Опа, а что за проход тут-то? Ну-кась. Что это за проход такой? Это мы сейчас куда? А, это мы сейчас в другую сторону. Все, нам сюда не надо. Хорошо. Зарядились. Нам сюда не надо. Пошлите, ладно. Мы ж правильно идем? Правильно. Сейчас главное, чтобы опять всяких не было тут 500 штук. Они будут. Я уверен. Они уже здесь, смотри. Они уже стоят, все ждут. А, нет, Собакин стоит пока только. Это чего? Есть, курить! Так, это спокойно, это надо отстреливать как-то. Спокойно, мать его! Пацаны, не надо! Иди в жопу! В смысле не поддается? Углубление. Использовать. Все. Пошли в жопу. Бляха. Ты посмотри. С ума сойти можно. Так. Лестница. Бочка. Вот бочку надо заутать. Бляха, граната. Ну хоть что-то уже. Здоровья вообще нет. То есть жопа.
Подожди-ка. А это чё? А это писетики. Здесь повсюду такие силы, они имеют значение для местной религии. Хорошо. Ладно. Имеют, так имеют. Пошли наверх. Без проблем вообще. Как-то открыть это? А как это открыть? Вот здесь как-то? А-а-а, ты посмотри-ка. Хорошо. Опять этот нафиг их не жрец местный. Опа, вот это то, что надо. Писеты, зажигательная граната. Вот если меня сейчас один удар наносят, то жопа. Прям жопа. Полнейшая. Так, это я открываю сейчас. А, это надо как-то открыть самим. Так, ну давай. Что тут? Задействовать. А... Красный. А, подожди, это надо, чтобы как-то падал свет, что ли, туда? Синий. А, ну вот, зеленый это надо, чтобы как-то вот так он, да, падал? Объединить. Ага. Значит, красный повернуть. А, нет, вот смотри, красный. Красный вроде сейчас правильно. Зеленый. А, повернуть. Нет. Вот так, да. Синий. Вот так. Ну-ка. Да в смысле ничего не происходит? Я не понимаю сейчас прикола. Так что ли? Ничего не происходит. Давай так. А что здесь должно получиться, мне интересно? Так, да? Да не понимаю я этого. Как это? Что это? Как это сделать, мать его? Так, вот сейчас, по идее, должно получиться, да? Да, все получилось, слава богу. А мне дадут сегодня хилку в этой игре, нет? Чисто, знаете, так, хилочку маленькую. Хилочку. Эшли. Не подходи. Спокойно. Нет, не приближайся. Успокойся. Все будет хорошо. Меня зовут Леон. Я здесь по приказу президента. Что? По приказу моего отца? Именно. Я пришел, чтобы вытащить тебя отсюда. Пойдем со мной. Нормально так. Это Леон. Я выполнил задание. Отлично, Леон. Я высылаю за вами вертолет. Куда он прилетит? Кроме той тропы, по которой вы попали в деревню, есть еще одна. Вертолет будет ждать вас именно там. Хорошо, мы идем. Так, руководство по игре, основные управления. Приказ ли он может отдать, если приказ подождать или следовать через клавишу Z. Если кнопка действует в зависимости от... Угу. Угу. Ага. Хорошо. А здесь реально есть там хилочка, я не знаю. Вот хилочка, знаешь, такая маленькая. Вот, смотри-ка. Вот уже лучше, смотри. Уже лучше. Черт, тут еще одна была, ты посмотри, а.
Ну ладно, хрен с ним, давай еще одну использую. Вот так вот, хорошо. Пошли, выйдем. Так. Значит. Во-первых, внизу нас ждут уже собаки. Во-вторых, нас ждут уже... какие-то люди, да? По-любому, смотри. Я возьму девочку. Ты кто такой? Если ты хочешь знать, меня зовут Осман Сатлер. И я глава местного религиозного сообщества. Что вам нужно? Я всего лишь хочу продемонстрировать миру нашу чрезвычайную силу. Соединенные Штаты не смогут держать под контролем мир вечно. Поэтому мы похитили дочь президента, чтобы наделить ее силой и затем просто отправить ее домой. Нет. Леон, кажется, они что-то имплантировали мне в ногу. Что вы с ней сделали? Мы наделили ее даром. Когда она вернется домой, к папочке, будет веселое празднество. Но прежде, чем отправлять ее домой, хотелось бы получить от президента кое-что вроде пожертвования. Хотите верьте, хотите нет, но на удержание этой церкви уходит немало денег. Сатлер, вера в деньги вас ни к чему хорошему не приведет. О да, чуть не забыл, мы дали ей дар, пока она лежала без сознания. И я надеюсь, вы оцените наш маленький, но ценный вклад. Когда яйцо расколется, вы станете моими кулаками. И добровольно будете делать все, что я вам скажу. Вы будете полностью под моим контролем. Вам не кажется, что это революционный способ распространения своей веры? Смахивает на похищение пришельцами. Опаньки! Есть курить! На нахрен! Ты в порядке? Леон, что с нами будет? Не бойся. Раз уж мы смогли вляпаться в это, мы сможем и выбраться. Так, вот сейчас бы сохраняшка не помешала. Меткость. Сохранить, да. Так, а обычная сохраняшка здесь есть, мне интересно? Вот, красная трава. Давайте желтую еще. Зеленая трава. Желтую. Бесеты, блин. Объединить, давай. Замок взломан. А патронов... нифига нет. Леон, shoot those barrels on that wagon. Пошел нафиг. Кто еще там хочет? Так, спокойно. Жди тут. Спокойно. Музыка-то какая? Так, жди тут пока. Я сейчас все проверю.
Иди-ка сюда. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Слезть спокойно. Открыть. Вот. Здорово. Welcome. У меня есть признанный товар, блин, незнакомец. Товар обновлен. Деревня Маузер. Ети твою мать. Так, вот это прикольно. Лекарство. Вот лекарство бы я купил. Раз. Я бы купил Маузер, мать его. Экономное оружие, да. У него патроны какие-то другие, что ли? Так, и сразу я, наверное, приклад, да, возьму? Нет, подожди. Улучшить. Маузер. Мощность. 15. Есть, курить. Так, ну давай, я не знаю, скорость перезарядки, наверное. Так, тогда чё? А чё я могу тут? А я продать что-то могу? Ну подожди. А я вот, допустим... Смотри, вот у меня сейчас 50-25, то есть 75 патрон, да? Вот стреляю. Всё, да. То есть карателя мы сейчас продаем. Каратель продаем. Да. То есть 30... А, еще я могу продать, смотри-ка. Янтарное кольцо. 40 тысяч. Шпинель. Нет, шпинель пока не буду. Теперь я улучшаю Маузер. Мощность. Раз. Темп стрельбы. Нет. Емкость обойму. 2. Темп стрельбы. 3. Просто, и теперь смотри. Просто, у меня теперь есть свой личный Маузер. Еще бы сохранку дали. Сколько у нас уже серия идет? 42 минуты, капец. Так, это я пока взрывать не буду. И вот прикинь, для пистолета ведь и дают патроны. А в чем прикол там был? Подожди-ка. Здесь никого нет. Тогда зачем взрывать? Ну-ка. Смысл? Типа просто так? Ну ладно. Ну Маузер прям такой у нас мощнецкий. Ага. Вот, для ТМПшки начали патроны давать. Слушай, давайте-ка сразу перезарядим это дело. Надо еще, кстати, ей магазин улучшить. Ну-ка. А, вот и сохранка. Хорошо. Патрон для ружья сразу. Вот это тоже надо. Так, давайте-ка сейчас сразу. Все, сохраняемся. Так, нет, подожди, запиши, конечно. Ну и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Заходите в нашу группу в Дискорде, заходите в нашу группу ВКонтакте, проявляйте активность в этих группах. Добавляйте меня, друзья, в Дискорде, ВКонтакте. С вами был Фландри. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.